Привет, друзья! С вами снова я, Илья Пономаренко. Гуляем сегодня, отличная погода, гуляем в парке и решил снять пару интересных видео, ответы на вопросы, которые вы мне присылали. И по поводу книжного бизнеса на Амазоне в Германии. И вопрос, на который хочу ответить в этом видео, звучал так. О, паровозик едет там вдали. Первый вопрос звучал так. Сколько надо времени уделять книжному бизнесу на Амазоне в Германии? И ответ на этот вопрос очень прост. Если ты слишком занятый человек, если у тебя очень мало времени, если ты работаешь, может быть, даже не на одной работе, а на двух работах, если у тебя есть семья, то, в принципе, одного часа в день будет вполне достаточно. То есть даже если ты сильно занят, даже если ты очень капитально мало времени, одного часа в день будет вполне достаточно. Или же около 5 часов в неделю вполне достаточно будет. Это почему я говорю, что это самая классная модель для старта, для создания какого-то источника пассивного дохода, потому что там реально просто берешь шаг один, шаг два, шаг три делаешь и получаешь результат. То есть, если сравнивать это с другими там бизнес-моделями какими-то, то самое простое, самое быстрое, что можно осуществить новичку, это вот именно книжный бизнес на Амазоне в Германии. Вот реально очень просто. И очень много времени это не занимает. То есть это, можно делать это параллельно с работой, можно делать это... Если у тебя свободного времени много, например, то еще лучше, значит, ты намного быстрее сможешь запустить эту бизнес-модель. Вот. Поэтому все очень просто. Не надо отмазываться, не надо придумывать каких-то отговорок, у меня нет времени. Времени достаточно у каждого из нас. У нас одинаковое количество времени у всех. И если у тебя есть хотя бы 1 час в день, а 1 час в день есть практически у всех, даже у сильно занятых людей, или хотя бы 5 часов в неделю, по-любому можно найти, то ты сможешь реализовать эту модель книжного бизнеса на Амазоне в Германии. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную, полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, которые мотивируют людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше.
Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!